дорога на зверобой. Машинам въезд запрещен. Вот я уже подхожу к пункту своему назначения. На Бердские скалы, на зверобой. Еще пройти вверх 2 километра осталось. И все. Вот я уже где-то рядом. Поднимаюсь. Осталось совсем ничего. В дремучем лесу. Сосны, деревья, но где-то близко уже. Я иду уставший, мокрый, вспотевший. Поднимаюсь наверх. Вот. Скоро я буду на цели, месте своего назначения. Я пришел к пункту своего назначения. И такую красоту я увидел. То есть это стоило того, чтобы пройти 2 километра пешком в гору. Сейчас вы можете посмотреть все это вместе со мной. На улице уже осень. Деревья вот красные, зеленые, уже разные цвета, желтые. Внизу видна река Бердь. Вот они, Бердские скалы. Посмотрим, что можно увидеть внизу. Высота очень большая. Крутые скалы отвесные. Очень красивая. Ну, на машине в данный момент сюда уже не подняться. Красота неописуемая. Еще, конечно, комары меня закусали уже. Это Салаирский кряж. Начинаются горы. Вперед вниз спускаюсь по лесу, куда лежу идти проще. Дорога вниз кажется легче. Такая красота тоже. Аж хочется покричать. Посмотреть. Вот я уже почти спустился. Сейчас еще заеду в Новососедовскую пещеру и на этом.